земля, давшая миру классических философов и поэтов, маленькая страна с большим наследием, европейская страна с древней историей и традициями, известная своим гостеприимством. Третий по величине остров в Средиземном море – великолепный курорт для туристов со всего мира. Кроме того, здесь созданы все условия для выгодного вложения капитала. Как член Европейского Союза и узловой пункт на стыке трех континентов, соединяющий Европу с Азией, Африкой и Ближним Востоком, Кипр является идеальным местом для ведения бизнеса. Здесь два новых международных аэропорта, современная сеть дорог и полностью оборудованные морские порты. Мы выбрали Кипр из-за его географического положения вблизи ключевых рынков энергии в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Мы также имеем возможность вести бизнес в свободной зоне с очень выгодным налогообложением. И самое главное, здесь есть возможность реального использования человеческих ресурсов. На Кипре создан четкий правовой и нормативный базис, развитый на основе общего права и полностью скоординированный с единой правовой системой Европейского Союза. Кипр – член Европейского валютного союза. Евро здесь в обороте с 2008 года. Экономика страны основана на системе свободного предпринимательства и функционирует весьма эффективно, что отражается как в сильных независимых рейтингах, так и в макроэкономических показателях. На Кипре устойчивая рыночная экономика и самый низкий корпоративный налоговый режим в Европейском Союзе в размере 10%. Страной заключен ряд соглашений об устранении двойного налогообложения с более чем 40 странами мира. На острове отличные телекоммуникации и инфраструктуры, но главное – это высокообразованные предпринимательские таланты с большой динамикой. Кипр включен в ряд международных рейтингов и контрольных обследований, в том числе в доклад о ведении бизнеса Всемирного банка и индекс экономической свободы фонда «Наследие». Находясь стабильно в верхней четверти, страна утверждает свои позиции, пользующиеся уважением и доверием члена международного сообщества. Развитый банковский сектор обслуживает широкий спектр финансовых потребностей корпораций и частных лиц. Высококвалифицированные специалисты оказывают помощь по всем правовым аспектам, бухгалтерскому учету и поведению бизнеса. На мой взгляд, нет сомнений в том, что Кипр зарекомендовал себя как значимый финансовый центр в ЕС и как эффективная корпоративная структура. Кипр – это мост, соединяющий Восток и Запад, создающий новые устойчивые экономические и политические связи. Здесь самые низкие налоговые ставки в ЕС. И, как я уже говорил, у острова очень выгодное географическое положение. This means that entrepreneurs on both sides are now finding it an increasingly attractive jurisdiction to route their business through to Cyprus. На Кипре предоставляются высокопрофессиональные услуги по судовому менеджменту. Это авторитетный международный центр судоходства, одна из 10 ведущих морских держав мира с торговым флотом, насчитывающим более 2170 судов, валовая грузоподъемность которых превышает 43 миллиона тонн.
За последние 40 лет Кипр стал крупнейшим в Европе и в мире центром судового менеджмента. Это дает большие преимущества в ведении судоходного бизнеса, а кроме того, Кипр заключил ряд двусторонних соглашений в области торгового флота со многими странами, что, безусловно, поможет вам вести свою деятельность здесь, на Кипре. Bilateral agreements with many merchant shipping countries, which again certainly help when you want to set up your activities here in Cyprus. Более 130 судовладельческих и судоходных компаний осуществляют свою международную деятельность в стране. Большинство крупнейших судоходных компаний мира имеют свои офисы на острове. Обширная подводная сеть фибрового оптического кабеля и доступ к основным системам спутниковой связи делают Кипр важным центром телекоммуникаций в Восточном Средиземноморье. Доступ к информации и знаниям является ключевым фактором устойчивого конкурентоспособного экономического роста, создающего социальное благополучие. Кипр движется вперед в развитии сектора ИКТ, в частности, за счет иностранных инвестиций. Человеческий капитал – это самая важная составляющая нашей экономики. Развитие и оптимальное использование этого ценного ресурса является ключом к устойчивому экономическому росту. Вот почему Кипр находится среди 10 крупнейших стран ЕС с высоким процентом людей с высшим образованием. Образованные, хорошо подготовленные, талантливые специалисты готовы работать в любой сфере предпринимательской деятельности, стремящейся производить, продавать свои товары и предоставлять услуги с высоким коэффициентом добавленной стоимости за счет уровня знаний и опыта. Кипр – это действительно привлекательная страна с богатым культурным наследием и с большими перспективами. Сочетание высокого уровня жизни с чудесной природой и традиционным гостеприимством делает Кипр великолепным местом для жизни. Более того, именно здесь очень благоприятные условия для ведения бизнеса. И именно здесь есть ряд преимуществ по широкому спектру перспективных направлений инвестирования. Кипр. Инвестируйте с полным доверием.